От чертежа до объекта. На заводе строительных конструкций Заполярья ежедневно производят детали для возведения зданий. Целые династии мастеров трудятся на предприятии, которое развивается в ногу со временем. В производстве используются только отечественные материалы, поэтому никакие западные санкции заводу не страшны. Подробности в нашем следующем сюжете. Обработка материалов для дальнейшего создания опалубки. Андрей Порядин работает в столярном цехе на одном из первоначальных этапов создания железобетонных изделий. Именно он воплощает чертеж на бумаге в настоящую объемную конструкцию. Начинается с того, что приносит проект, мы смотрим, потом уже строгаем доски, и пилим фанеру и собираем опалубку, проемы и опалубку. Далее с готовыми формами работают уже в производственном цехе. Всего на предприятии трудится более 80 человек. Здесь нет случайных людей. Кто-то еще в детстве мечтал стать инженером, другие пошли по стопам родителей. Моя мама Кожаная Галина Константиновна, я отработала всю жизнь здесь, на этом заводе. Тогда это был СМУ. Она в 78 году пришла, штукатуром-маляром. В 2014 году ушла на пенсию уже здесь мастером бетонно-растворного узла. Я сам молодым пацаном после ГОКа сюда пришел электросварщиком. Сейчас Дмитрий заместитель генерального директора по производству. В его обязанности входит контроль за всеми этапами создания железобетонных конструкций. Завод идет в ногу со временем. Специалисты повышают свою квалификацию и выходят на новый уровень производства. Нужно отметить, что весь производственный цикл замкнут на отечественных материалах. Поэтому западные санкции на строительство жилья и социальных объектов в регионе не повлияют. Ну, основные материалы – это щебень, ацев, который у нас везется из Карелии. Это цемент, который везется из Воркуты. И арматура, которая идет Челябинская. Ну и, соответственно, песок. Песок, слава богу, он местный, с карьеров. Все эти материалы закупаются у нас в летний период, для того, чтобы завод не зависел от северного потока, и наш завод мог работать круглогодично, выполнять поставленные задачи. Помимо производства железобетонных конструкций для строительных объектов, предприятие занимается непосредственно строительством. В планах построить физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Искателей и 40 тысяч квадратных метров жилья в Лесозаводском микрорайоне. Василий Хатанзейский, Владислав Носкин, телеканал «Север».